Ты где-то занимаешься? Да, в школе искусств. В школе искусств. А давно? 3 года. Ну, веселенькая песенка, я тебе скажу. Мне, в принципе, понравилось, что и номер здесь есть, и тебе зонтик поменять, и все хорошо будет. Наверное, это единственный участник, который что-то делал, двигался, танцевал. То есть молодец, ты сочетал песню и движение, что, в принципе, немаловажно вообще для не только вокала, а вообще для сцены. Молодец. Спасибо. Голосуйте за меня. Не могу.